Ну а предварил визит масштабный белорусско-индийский бизнес-форум в Нью-Дели. Участие приняли около 200 топ-менеджеров крупных компаний обеих стран. По итогам форума подписано 10 соглашений и меморандумов, в частности, в фармацевтике с компаниями, которые придут в Беларусь. Важные документы подписаны и с бобруйским Агромашем и Гомсельмашем. Создано совместное предприятие по выпуску сельхозмашин и комбайнов. Учитывая рост экономики Индии, сейчас тренд на увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок. Беларусь предлагает линейку автомобилей и автобусов МАЗ. Заявлено о готовности создать совместное предприятие по их производству и сервисному обслуживанию. Белорусское правительство пообещало всецелую поддержку развитию совместных с Индией бизнес-проектов. При этом каждый из них мы готовы сопровождать специальными программами подготовки кадров, как в Беларуси, так и в Индии. Репортаж из Нью-Дели. Наталья Бреос. Очень колоритно нас встречали в Индии знаменитой такой цветочной гирляндой и, конечно, известной индийской точкой. Это не только символ замужней женщины, но такой жест гостеприимства традиционный, пожелание благополучия и, конечно, удачи в делах. Это, как и знание индийского рынка, уж точно не помешает бизнесменам. Тяжелый и интересный. Именно так на бизнес-форуме в Нью-Дели глава жодинского завода говорил, нет, не о гигантском самосвале, а о рынке Индии. После паузы БелАЗ всерьез настроен на эту страну. Возобновил поставки, здесь открыли сервисный центр. В тандеме с индийской компанией организовали поставки в Мозамбик, но бдят именно за Индией. Ведь здесь идет резкий переход с малой карьерной техники на тяжелую. Спрос растет. БелАЗ готов взяться за производство больших машин в Южной Азии. Рассчитывает, что предстоящий визит на высшем уровне придаст импульс этому проекту и сборку запустит уже в следующем году. Индия – это просто огромный рынок. Она по добыче угля и входит в пятерку ведущих мировых держав. И вот в связи с этим, конечно же, очень важно закрепиться на этом рынке. Сегодня работают в Индии небольшое количество самосвалов. 6 самосвалов с объемностью 220 тонн, компания «Тревени», и 4 самосвала 110 тонн. Это как бы первые ростки. А вообще-то план. Вот, допустим, компания Coal India планирует все-таки провести очень серьезный тендер. Тендер насчитывает около 250 тяжелых карьерных самосвалов разной грузоподъемностью. Но если даже мы половину с этого пирога отрежем, то я думаю, это будет весомый вклад в развитие нашего предприятия. Машинпром – это только часть того, что интересно компании. Господин Рана ехал в Беларусь за комбайнами, но заинтересовался проектами по очистке воды. Для Индии это ой как актуально. Да и с одним проектом далеко не уедешь. С чистой совестью признается, подкупают технологии и возможности белорусов. Потребность индийского рынка – 4000 комбайнов в год. Мы хотим, чтобы гомельская техника конкурировала с тем же классом, чтобы было более выгодно с точки зрения экономики. Как инновационный бизнесмен, я нашел страну для сотрудничества с очень высоким техническим потенциалом. Есть производитель с надежными решениями. Это позволяет выделяться на рынке. Я вижу большую перспективу в продажах комбайнов не только в Индию, но и в третьи страны. СП с гомельским заводом появилось летом. Дело за серийным производством маневренных комбайнов. Меморандум о развитии производства подписали на форуме сегодня. Вообще Индия взяла курс на модернизацию. Сразу несколько национальных проектов заточены на это. Одна из целей – стать промышленным хабом Южной Азии. Сильная протекционистская политика делает выгодным не поставки техники, а сборку с максимальной локализацией. Поэтому пути идут и МАЗы, и МТЗ в Индии. Планируют наладить здесь выпуск тягачей и тракторов. Мы готовы поставлять не просто отдельно комбайн, трактор и так далее, а поставлять технологию, систему машин, которая будет давать максимальный эффект. Вот именно система машин дает большой эффект любому государству. Вот я привожу всегда цифры такие, что во времена Советского Союза в Беларуси работали в сельском хозяйственном производстве в 90-м году 1 068 000 человек. В прошлом году работало всего лишь 330 тысяч человек. Это в 3,5 раза меньше. Но мы стали производить продукцию, взять зерно, там молоко или мясо в 2 раза больше. То есть эффективность выросла в 7 раз. Для Индии это сегодня проблема тоже вот поднять эффективность хозяйственного производства. Производителей подкупает в первую очередь перспектива индийской растущей экономики. Это третья страна в мире по потреблению. И еще славится своими математиками и фармацевтами. Помимо Китая закупают в Беларуси субстанции для лекарственного производства именно в Индии. Но и у нас в этом направлении тоже сделано немало. Было время, когда
когда 80% медикаментов закупали за рубежом. Теперь меньше половины. В Беларуси в работе 3 производства медикаментов с индийским капиталом. Ближайшие 2 года станут стартовыми для производства лекарств, для лечения онкологических заболеваний, гепатита и туберкулеза. Соглашение о партнерстве заключили и сегодня с новыми компаниями. Это нам позволяет сегодня не только значительно удешевить лекарственные препараты, которые приобретаются нашей страной по линии экспорта, но и расширить линейку, которую мы поставляем за пределы нашей страны. Эти препараты мы начнем производить в нашей стране с более глубокой локализацией последующим. Господин Чохани, партнер в крупной фармацевтической компании Индии, видит перспективу в партнерстве с Беларусью. Мы сейчас даем им технологии производить противораковые, против спидовые лекарства и против гепатит Б и С. И на будущее мы даем им возможности производить против бронхиальной астмы сухой порошок. Это новые введения лекарства. Есть большая поддержка от вашего правительства, от президента. Мы надеемся, что скоро Беларусь будет на карте одна за хорошие производители для экспорта. Поддержку в Индии находят проекты, которые связаны с зеленой экономикой, еще лучше, если речь идет об инфраструктуре. Войти на рынок со своими электробусами планирует Белкоммунмаш. А вот белорусскую инновацию, частную, так называемые небесные дороги, представляет автор и генеральный конструктор. Принципиально новый вид транспорта. В Индии у нас уже есть предзаказы на несколько проектов. Это грузовые перевозки, угольные электростанции, это городские перевозки, это портовые перевозки, контейнерные и международные перевозки. Это белорусская разработка, белорусская инновация. И она очень востребована в Индии, где 1,3 миллиарда человек, и коммуникации недостаточно, инфраструктура не развита, и мы можем помочь. У нас уже здесь созданы компании совместно с индийской стороной. И нам тоже сейчас выделяют землю под тестовые участки. Готовы сотрудничать не только над землей, но и под. Дикбой – старейшее месторождение черного золота даже не в Индии, во всем азиатском регионе. Открыто еще в конце 19 века. В переводе с английского – «копай, мальчик». Так английские колонизаторы подгоняли местных работников, занятых на нефтепромысле. В прошлом году компания «Беларуснефть» получила контракт на восстановление добычи в восточной части Дикбой. Она была остановлена больше 10 лет назад. Задача белорусов была дать скважинам вторую жизнь. За год, проведя научные исследования, специалисты «Беларуснефти» уверены, смогут реанимировать месторождение. Мы планируем, что после завершения данных работ мы приступим как раз к совместной реализации данных предложений, данных рекомендаций, которые были сформированы в рамках выполнения первого договора на основе раздельного выполнения работ с нашим сопровождением. Для самой компании это новый рынок, новые возможности найти новых коллег, друзей, ну и, собственно говоря, заказчиков. Вот так зарабатывают очки и имидж современной высокотехнологичной инжиниринговой компании. Это была первая ласточка, но теперь «Беларуснефть» откроет свое представительство в Индии. Сейчас «Беларуснефть» участвует в следующем контракте уже по повышению отдачи пластов с компанией Oil India. Вот находимся в таком процессе. Проекты по «Беларуснефти» касательно, конечно, это возможность показать свои наработки, реализовать их здесь, естественно, и что-то новое посмотреть для себя. В Индии 2 нефтяные государственные компании достаточно большое внимание уделяют нефтедобыче. Как известно, они добывают 30-32 миллиона. Собственное потребление у них в стране 110-120 миллионов. Поэтому наши сервисные услуги им тоже пригодились. Приходя на рынок Индии, приходится учитывать все нюансы. Четкие границы между государством и участником, высокую конкуренцию, многообразие культур и запросы индийцев. Ну, что сказать, тонкая материя, особенно если дело касается легкой промышленности. Самое интересное, конечно, перспектива будет и для индийской, и для нашей стороны. Это совместное сотрудничество с Рошанским льнокомбинатом. Тема и для них, и для нас очень интересная, поэтому будем сейчас обсуждать, договариваться. Я думаю, что все получится. Очень высокие таможенные пошлины, от 50 до 70%, к сожалению. Но, тем не менее, интерес организации совместного сотрудничества, я думаю, позволит минимизировать вот эти затраты дополнительно и все-таки
с ними работать. В работе с индийскими партнерами стоит учитывать и то, что предпочитают они живое общение. Лучше, как говорится, один раз увидеть. В режиме нон-стоп в Нью-Дели в этот день шли не только бизнес-встречи, но и переговоры министерского корпуса. Вот такая хорошая почва для переговоров уже на высшем уровне. Завтра встречи белорусского лидера с руководством Индии, президентом и премьером, спикером парламента будут идти весь день. Наталья Бреус, Ольга Холодович, Виталий Селявко, агентство теленовостей, Нью-Дели, Индия.